приветствую, меня зовут Роман Лагин, это Николай Роганов, и он вам расскажет, зачем мы пришли в это замечательное заведение. Мы пришли в пункт приема ставок фон Б для того, чтобы зарегистрироваться и играть в режиме лайв. И пусть вас не пугает слово регистрация, для того, чтобы зарегистрироваться в пункте приема ставок Фонбет, вам достаточно всего лишь паспорта. Вы приходите в пункт приема ставок и милой очаровательной кассирше отдаете этот паспорт. Регистрация занимает 2-3 минуты. На этом табло огромное количество событий, но это только-только того, что происходит в ставкоматах, куда мы сейчас пойдем. Для этого нам необходимо получить разрешение Николая. Да, у меня деньги и карта. Да, карта у меня уже есть. Я что хотел сказать, вот событий здесь громадное множество, и у Фонбета очень много ставок в режиме лайв. Это одна из лучших контор по этому компоненту. И на этих четырех громадных панелях отражаются не все события, на которые вы можете ставить в режиме лайв. И вот мы пришли к одному из ставкоматов. Я положил свою карту на считывающее устройство и сижу, играем и делаем ставки в режиме лайв. У нас еще есть возможность поставить на теннисный турнир ATP Challenger, и мы делали ставки на такие матчи, как Сила Дезейн, Стаматова Пушкова, Се Чепе Джанзе, это пара против Сэрил Томпсон. И вот еще один пример ставки, тоже теннисное противостояние, Керс против Адамеску. Здесь все гораздо интереснее, здесь мы, поставив 100 рублей, можем выиграть 245, то есть в 2,5 раза больше. Это крутая история, на наш взгляд. Мы рискуем, конечно, но вот в одинаре пытаемся выиграть в этом теннисном матче, при том, что в первом сете Адамеску выиграла 1-0. Вот надежда на то, что в итоге Керс сможет реабилитироваться, и мы выиграем в 2,5 раза больше. Еще раз, при ставке 100 выиграем 245. Вот такие ставки тоже есть. Коэффициент 2,45 вполне себе. Делайте свои ставки и следуйте нашим советам, и все у вас будет хорошо. Да, здесь хорошо, уютно, и если у вас появился час-другой досуга, почему бы не провести его именно в пункте приема ставок Фонбет, рядом со своим домом, работой, учебой, вы наверняка найдете один из пунктов. Я вам рекомендую. Да. Спасибо вам, удачи, оставайтесь с нами, будем рассказывать вам о преимуществах Фонбет. Много интересного, много здоровского, это отличное времяпровождение. С вами были Роман Лагин, Николай Роганов. Пока.